Я Надя. Очень приятно. Что ты здесь делаешь? Тебя сюда никто не звал. Ты здесь посторонний человек. Зря отпустила такси. А я прогуляюсь, я никуда не тороплюсь. Я тороплюсь. Уходи, Надь. Не трогай ее. Что происходит? А не происходит ничего нового. Роберт Георгиевич считает, что Мите мама не нужна. Кто ему не нужен? Я не расслышал. Мать. Я Митина мама. Или для тебя это новость? Женщина, которая бросает трехлетнего ребенка, матерью называться не может. Уходи, Надя, отсюда. От греха подальше. Слушай. Тогда я тоже уйду. Ты что? С кем ты хочешь уйти? С ней? Она все эти годы видеть тебя не желала. Это все из-за тебя. Это ты не давал нам общаться. Кто тебе сказал это? Ненавижу тебя. Ненавижу. Я вас всех ненавижу. Пойдем, мам. И что же это было? Митьке было 3 года, когда она ушла к любовнику. И почти 10 лет даже не пыталась с ним увидеться. Но ведь она сделала то же самое, что и вы. Она мать. А вы отец. Я разницы не вижу. Действительно, они могли бы видеться, раз они этого оба хотели. Это если бы они хотели этого оба, но она-то этого не хотела. А сейчас ей нужен не ребенок. Ей нужен человек, которым она может манипулировать. Он ей нужен для каких-то личных целей. Она его использует. Она использует его, а вы нас. Только непонятно, зачем. Всегда были вместе. Чтобы вы понимали, что вы самые близкие, родные люди, как же вы этого не понимаете? Ты не думай, а готовить умею и посуду мыть. Да ладно? Да. Шутишь? Да нет. Во, мне повезло-то, а? Слушай, а где ж ты научился? У вас же вроде домработница была. Ну да, Рима. Ну так я у нее и научился. Скучно же целый день дома сидеть. Отец меня вообще никуда не отпускал. Ну да. Целый день дома – это жесть. Я по себе знаю. Но теперь-то все изменится. Теперь да. Полная свобода. Ты взрослый человек. Идешь куда хочешь, делаешь что хочешь. Договорились? Ну, от тебя мне никуда и не надо. Мы ведь всегда с тобой вдвоем будем, да? Туда. Ну, ладно. Смотри. Слушай, мне нравится больше вот это, да. Абсолютная провокационность. Ну. Здесь теперь твой дом. Там твоя комната, потом покажу. Ну, знакомьтесь. О. Отбила в неравном бою. Это Митя. Здорово, я Стас. Здрасте, Дмитрий. Я знаю, что Привет. Дмитрий вскормленный в неволе орел молодой. Это Лена, наша со Стасом общезнакомая. Какой большой у тебя сын. Кстати, Надин, у меня прекрасные новости. Ленин папа согласился проспонсировать мое сольное выступление. Представляешь, он, оказывается, большой поклонник стендап-комедии. Да, Лен? Угу. Ну, так это же здорово. А что это значит? Ну, клуб арендовать и все такое. Угу. Мам, где тут руки вымыть? Прямо и налево. Круто. Пожалуй, мне пора. Я провожу. Удачи на материнском поприще.
Чай хочешь? Нет. Мама, этот Стас, он тоже актер? Да. Очень хороший. У меня к тебе просьба. Ты можешь называть меня Надей? Ну, по имени. А то так получается, что ты взрослый сын молодой женщины, понимаешь? Но потом мамка к тебе не идет. Ты слишком большой. Ок? Ок, Надя. Владик, ты иди, я тебя догоню. Хорошо. Пока, дядя Юр. Пока. Я в следующий раз отыграюсь. Спасибо тебе. Я, знаешь, так переживаю, что он здесь скучает. А сегодня ему было хорошо. А тебе? И мне. Игорь, кофе! Зачем ты делаешь стрелки? Потому что тебе всегда нравились стрелки. Ну, хочешь, я переглажу? Спасибо, я уже опаздываю. Тебе совсем наплевать, как я выгляжу? Ну, оставь, я вечером пришью. Я ж тебе просил. У меня сегодня важные переговоры. А когда ты вернешься? Ты меня душишь своим вопросом. Каждый раз душишь. Ну, я же должна знать. Ты ничего не должна. Но я все время должен отчитываться перед всеми вами, как мальчишка. Дай портфель. Пока. Пока. Вылезайте, я вас сфоткаю. Ксюш, нам нужно все еще разочек повторить. Да, зачем повторять? У меня и так ничего не получается. У тебя все получается. Только нужно смелее. Смелее? Это не про нашу Аню. Выходи давай. Ну, вылезайте, пока свет хороший. Улыбочку. Так, улыбайтесь. Осторожнее. Мама? Ничего себе. Что ты под колеса лезешь? Мама, что случилось-то? Ничего страшного. Здрасте. Здравствуйте. Спасибо. Пойдем. Простите, ребята. Ну, ты же сама говорила, что вы с папой хорошо жили. Ну, хорошо. Было давно. А теперь все закончилось. Это что закончилось? Нет, я понимаю, ты вышла на пенсию, ну, заскучала немного. Ну, ничего не заскучала. Душно мне, Ксюш. Ну, ты когда еще с нами жила, еще ничего. Посидим, поболтаем. А без тебя тоска. Без меня тоска? С папой тоска. Слушай, если уж на то пошло, почему ты тогда вернулась к папе, а не осталась с Робертом? Ну, я подумала, раз он так легко бросил Катину маму, наверное, когда-нибудь так же легко расстанется со мной. И я останусь на бабах, а ты без отца. Ну, в общем-то, ты оказалась права. Как показала жизнь, Роберт ни с кем надолго не задерживался. Да. А папа твой очень хотел детей. У нас с ним не получалось. Папа исключительный человек. Когда узнал, что будешь ты, обрадовался, все мне простил. Слово поперек не сказал.
а сказал, значит, у нас будет дочь. У нас. И вырастил тебя, как родную. Ну, ведь действительно исключительно. А сейчас-то ты с ним за что так? Я с ним? Я с ним никак. Я сказала, что нам некоторое время надо пожить отдельно. Мне надо подумать. Я учусь. Надя, скажи, пожалуйста, ты ведь вот это вот все не потому, что здесь Роберт рядом? Да ты что? Ксюш, как тебе не стыдно? Нет, конечно. В моем-то возрасте. Ты хочешь сказать, что я тебе мешаю? Я у тебя еще секретаршей поработаю. Привет чемпионам. Здрасте. Не здрасте, а здравствуйте. Куда едем? В ДНХ или в Сокольники? Никуда. Не понял. Что-то случилось? Случилось. Я хочу к папе в Новосибирск, а мама не хочет. Ты понимаешь, отец работает весь день, ну куда он поедет? Нет, у папы отпуск будет. Мы на рыбалку поедем. Мне кажется... Юр, ты лучше не вмешивайся. Нет, пусть это Юра скажет. Сын хочет видеть отца, это нормально. Мама, пожалуйста, отпусти меня к папе. Хорошо. Давай дождемся папиного отпуска, да? Ну что, Сокольники или ВДНХ? Сокольники. Да, я так и не понял. А что за Олег такой? А, это мой коллега по работе. И при чем здесь вождение? Это папа придумал. В общем, Олег будет учить меня водить, а потом я сдам на права тебя подвозить. Папа сначала тебе работу придумал. Я высказал тебе свое мнение, ты не послушалась. А теперь еще какой-то Олег с вождением. Слушай, ну, прекращай эти фокусы немедленно. Ну, Игорь, почему? У меня даже что-то стало получаться. Потому что я так сказал. Ну, что твой папа еще придумает? Ныряй, с парашютом прыгай. Если не хочешь со мной поссориться, скажи этому Олегу, что ваши занятия закончены. Салфетку принеси. Пожалуйста. Пришел. Я тебе говорила, Митя хороший. Ты что принес? Здесь овощи и курица, могу пожарить. Вот задача. Ставь себе на мороженое. Картошки сделать? Да. Я 100 лет не ел картошку. Мы только на ужин. Мы сейчас уходим. Ну хорошо. А вы куда? На Кудыкину гору воровать помидор. Мы по делам, скоро вернемся. Ты не грусти. И не обижайся. У нас же полная свобода. Да. Ты помнишь? Для всех. Включаю тебя. Ты не скучал? Да нет. Я пока ужин готовил. Не ложился, вас ждал. А вы, кстати, уже ели. Ужин поздно, поспим, тогда позавтракаем.
А что, Роберт к тебе совсем не заходит? То есть все-таки ты сюда перебралась ради него, да? Ну что с тобой? Я просто спросила. Да нет, не просто, мам, я же вижу. Ты что, всерьез решила начать с ним роман? Точнее, нет, возобновить 30 лет спустя. Это значит, с папой скучно, а вот с Робертом будет весело. Да нет, конечно, нет. Просто, когда я его увидела... Когда я его увидела, я захотела увидеть его еще. Что в этом плохого? А зачем? Вот зачем ворошить прошлое? И так уже разворошили, дальше некуда. Мам, давай каждый будет жить своей жизнью. Бывает, что жизнь меняется. Мам, не сходи с ума! А вдруг Роберту тоже чего-то не хватает в этой жизни? Если он узнает, что я готова сделать шаг ему навстречу... Чего ужас придет, мам? Одумайся. С тобой встреча в Минздраве, а послезавтра начинается конференция, ты помнишь? Скажи, зачем тебе такие нагрузки? Я съезжу, потом доложу. Ладно, Юра, оставь меня в покое. Делай то, что я тебя прошу. Мне жить у нас осталось меньше месяца. А дело не в проворот. И пока препарат действует, я буду делать то, что решил. И постараюсь успеть как можно больше. Мне он... Надежда Митю увела. И с девчонками ничего не складывается. Все, Ира, не мешай мне. Открой-ка мне письмо из министерства. Сейчас. Я спрашиваю, что это значит? Ну, это значит, что... Катя стала важным человеком в моей жизни. Это она с виду только такой сильный и неуязвимый человек. А на самом деле доверчивая и слабая, и любой проходимец может ее обидеть. То есть я, значит, проходимец? Нет, Юра, ты не проходимец. Ты бабник, был, есть и будешь. Это, конечно, твое личное дело, но только до тех пор, пока это не касается моей дочери. Мои отношения с Катей – это мои отношения с Катей. Тебя они не касаются. Я тебе все сказал. Понятно? А знаешь что? Я думаю, проходимцам и бабникам не место у тебя в клинике. Поэтому заявление по собственному желанию оставлю у секретаря. Привет, пап. Привет. Ну чего ты делаешь? Ну сажешь ведь так. Садись. Садись, давай я сама поглажу. Пап, садись. Давай. Ну что, как там, мать? Пап, ты должен приехать и забрать ее. А счастливого соперника, что ли? Да нет там никакого соперника. Папа, она с ума сошла. Ну, натурально. Вот просто сбрендила на старости лет. Но Роберту этому даром не нужна. У него своих проблем хватает. Ну, она-то так не считает, я думаю. Она вообще ничего не может считать. У нее с головой проблемы. Пап, ты должен вот приехать и просто забрать ее, как ребенка. Ксюша, Рая не ребенок.
Она сказала, что нужно уединиться, подумать. Ну, видимо, действительно, я не тем человеком оказался. Плохо и со мной. Папочка, с тобой не может быть плохо. Ты же лучший. Ну, по крайней мере, для меня ты самый-самый лучший папа на свете. О, хорошо, что ты пришла. Проходи, пожалуйста. Нет уж, спасибо. У меня из-за вас родители разводятся. Ксюша, мне очень жаль. Жаль? Да вам ничего не жаль. Вы просто решили поиграть людьми. А вот и результат. Вы разрушили жизнь моих родителей. Я не так себе это представлял. Я не знал, что так получится. Я думал о будущем. Я думал о будущем каждой из вас, понимаешь? Мне хотелось, чтобы вы обрели друг друга. И... Вон оно что. А мы обрели только кучу проблем. Роберт, скажи, ты же... Ну, твоя жизнь не так удачно складывалась после нашего расставания. По-разному складывалась. А может быть, нам начать все сначала? Что? Снова быть вместе. Рай. Ты... Ты не отвечай ничего. Просто знай, что я рядом. Если бы ты знала, сколько ошибок я понаделал за свою жизнь. Я знаю. Может быть, не поздно что-то исправить? Может быть. Ты одна? Да. А у меня к тебе дело. Ты очень занята сейчас. У меня здесь есть трудности. Вот, посмотрите. Как такое может быть? Больному Ломакину назначили эти препараты и даже не проконсультировались с эндокринологом. Он же диабетик. Возможно, была устная консультация. Я понимаю, но мне нужна письменная. Я готовлю человека к плановой операции. Я с тобой согласен. Может быть, тебя тогда не затруднит обратиться к эндокринологу за письменным заключением? Да, конечно, меня не затруднит, но так не должно быть. Я согласен. Катя, вот это пациенты теперь тоже твои. Хорошо. Это же... Больные Кречетова. А он уволился. Как уволился? По-хамски. Бросил заявление на стол и ушел. Вообще заводить романы на рабочем месте – дело последнее. Oh.
Знаете, Рима, что я вам скажу? Прям как гора с плеч. Все оборудование наконец получили, уже монтаж начали. Меня не будет, а клиника вот будет работать. Я очень доволен. Что? Плохо поговорили с Катей? Нет. Я подумал, что мне вообще не надо было становиться отцом. Не умею я. Без меня им всем жилось бы проще, они были бы счастливее. Роберт, не говорите глупости. Просто вы теперь действительно становитесь родными людьми, а у родных не бывает без трудностей. Да я уже об этом и не мечтаю. Главное, не случилось бы чего-нибудь непоправимого. Митя? Я, пожалуй, поеду за ним, пока не поздно. Роберт, не совершайте ошибки. Он должен вернуться сам. Ну, конечно, он же мужчина. Держи. Я же просил зеленую. Но я не успела постирать. И где ты умудрилась простудиться в такую погоду? Может быть, ты не поедешь тогда? Не может. Загородный корпоратив – дело святое. Шеф помешан на идее коллективного отдыха. Ну, не мыслит себя человек без бега в мешках и перетягивания каната. Ты что, хочешь меня в дезертиры записать? У тебя температура. Давай, ложись. Давай, давай. Вот так вот. Все, пока-пока. Извини, что я без приглашения. Я узнал, что ты заболела, вот подумал. Продукты тебе купил. Проходи. Спасибо. Да. Привет. Привет, мам. Эти анкеты я разобрала, положила файлы. Эти распечатала и разложила по папкам. Тебя здесь черт ногу словит. А это что такое? Клиент принес. Странный. Знаешь, они как заговорились. Приходят искать жену, а хотят жениться на тебе. Мам, ты помнишь Сережу? Пора забыть этого Сережу. Если бы не он, ты бы уже давно замуж вышла и была бы счастлива. Плюнула бы на это агентство и детей бы растила дома. Ладно, пойду я ребенка угощу. Вообще мне клубнику нельзя. Нет, почему это? У меня на нее аллергия. А почему ты мне раньше об этом не сказал? Подожди, а как оно проявляется, эта твоя аллергия? Я когда маленький был, пятнами красными покрывался. Мама говорит, что если ее переесть, то я могу задохнуться.
У тебя совсем чуть-чуть. Я еще ее не переел. Знаешь что? С этими вещами не шутит. А откуда ты узнал, что я болею? Ты не поверишь. Твой любимый Подковыров. Так. Подбегает после занятия, говорит, русского не было. А ты ангиной заболела. Телефон твой просил. Я не дал, конечно. Он тебе так привет передал. Ну-ка, ложись. Ложись, накрываемся. Забавно. Он успехи делает, спряжение различает, даже стихи учит. Скоро писать начнет. Влюбился в тебя. Точно. Вот, держи. Только осторожно, маленькими глоточками, может быть горячо. Спасибо. Олег, такая ситуация, мы больше не будем заниматься вождением. Тише. Тебе разговаривать нельзя, ты голос совсем потеряешь. Я же не оперная певица. Кто твоих учеников учить будет? Они тебя ждут, не дождутся. Владик? Владик, да ты че? Господи, боже мой! Владик, не пугай меня, пожалуйста! Владик, хороший мой! Что же делать-то с тобой? Так, на бок, на... Так. Я сейчас за своей мамой схожу. Нельзя же столько клубники давать. Это же аллерген. Я просто идиотка, я у него не спросила. Что у вас происходит? Горит весь. Все, я звоню в скорую. Это он клубнику ел? Ой. Подвинься. Потерпи, малыш. Держись, дыши. Значит, жить будешь. Владичек, хороший мой, ты прости меня, пожалуйста, если бы я только знала. Что случилось? Да вот, выдала аллергическую реакцию, я ему преднизолон вколол. Преднизолон? У него что, отек? Да. Владик, ты ел клубнику? Это я дала. Прости меня, пожалуйста. Мама, Ксюша не знала, что мне нельзя. Чтобы на пушечный выстрел ты к ребенку больше не подходила, поняла? Если ты не знаешь, что можно ребенку, а что нельзя, то не нужно ничего ему давать. Маленький. Пойдемте. Коллега с работы. А-а-а. Вы, пожалуйста, потише, она только уснула. Ты будешь мне рассказывать, что мне делать у себя дома? Она заснула. Только. Как мило. И что здесь делает этот коллега? Игорь... Нет, я спрашиваю, что он здесь делает?
Это Олег. Он накормил меня и принес молоко, мед. Как трогательно. Дайте ей поспать. Я-то дам. А ты сейчас пойдешь вон отсюда. Игорь, не надо. Ань, не волнуйся. Ты, главное, выздоравливай. Я специально отпросился у шефа. Жена, говорю, одна, дома, больная. Игорь. Что? Ну, а ты куда? Коллеги из Бельгии приехали, надо кое-что обсудить. А ты надолго? Откуда я знаю? Игорь, мне кажется, что ты стал какой-то другой. Я тот же самый. А вот ты как раз-таки просто теперь слушаешь только своего папу. Здрасте. Здрасте, здрасте. Игорь. 100 лет жить будете. Ты почему в шарфе? Горло болит? Немножко. А с Игорем что? Ничего. Ну как ничего? Я же видел. Да какая тебе разница вообще? Почему ты лезешь в это дело? Зачем ты это вождение придумал? Это все специально, да, чтобы его подразнить? Ничего я не придумывал. Никакой задней мысли у меня не было. И никого дразнить я не собирался. Я вообще не о нем думал, а о тебе, о твоем будущем. Ты сама сказала, что хочешь научиться водить машину. Я подумал, что тебе это пригодится в жизни. Вот и все. Я тебя об этом не просила. Теперь я его потеряю. Вообще-то ты мог бы сначала меня спросить, прежде чем с ним договариваться. А ты что, против? Не знаю. Может, и против. Дядя Юра, привет! Привет. Давайте играть! Давай. Подожди, Владик, мне нужно дяде Юре задать пару вопросов, ладно? Иди поиграй пока один. Владик, иди. Я сейчас. Слушай. Ну, во-первых, расскажи, почему ты уволился. А во-вторых, почему Роберт сказал мне, что заводить романы на работе – последнее дело? Что ты там наплел? Почему он сказал, что ты уволился по-хамски? Ты прям как следователь по особо важным делам. Я просто хочу знать. Вообще-то я пришел с Владиком в футбол играть. Могу приступить? Нет, не можешь. Я хочу знать, что происходит у меня за спиной. Понятно? Я не хочу об этом говорить. Твое хочу, но мое не хочу. Что будем делать? Дядя Юра, давайте играть. А? Меня мама твоя не пускает. Мама! Владик, подожди. Или ты разговариваешь со мной серьезно, или меня и Владика ты больше не увидишь. Ультиматум – это путь в никуда. Хорошо. Владик, бери мяч. Пойдем. Сегодня с дядей Юрой ты играть не будешь. Кать, ты не права. Пока. Пока. Если я говорю идти, значит нужно идти. Мама! Мам! Владик, отстань. Мам, зачем ты его обидела? Это он меня обидел. А кто у вас тут кого обидел? Иди домой. Иди домой. Все обидели всех. Почему Кречетов уволился? Это из-за вас? Он, конечно, не скажет, но я же чувствую. Что вы ему сказали? Или сделали? Да, мы с ним общаемся. Но вам какое дело? Кречетов я верну. Это моя вина. Я перед ним повинюсь и попрошу забрать заявление. Я не прав. Захотел, уволил. Захотел, вернул.
Зачем вы лезете в чужую жизнь? Да ничего у меня не получается. Вообще ничего. Хотел помочь своим детям, только все испортил. Они даже одинаковыми словами говорят об этом. Что я влез в их жизнь и все там переломал. Не успел дочерей найти. Сына потерял. Для девочек вы сделали все, что могли, и дальше сложится, как сложится. А вот Митю... Митю, вы должны сказать о своей болезни. Иначе он всю жизнь будет себя корить. Мы со Стасом уходим. Вернемся утром. Куда? В ночной клуб. Как он называется? Фас. 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 А можно мне с вами? Нет, конечно. Дядям до 18 вход строго воспрещен. Знаешь, что такое фейс-контроль? Мне ребята в школе рассказывали, что они ходили. И ничего, впускают. Я хотел хоть раз посмотреть. Так, все. Готово? Пойдем? Послушай, там нет ничего познавательного. Какой ты у меня хозяйственный, а? Загляденье. Ну, кто такой загляденье у меня? Идем. Да, алло. Ксения Кравец? Кравец. Из 18-го отделения полиции беспокоят. Вот тут у нас задержанный Дмитрий Шатов. Находился на улице после 23 часов. Сведения о родителях давать отказывается, но утверждает, что вы его сестра. В кармане у него визитку вашу нашли. Адрес говорите?